Вот рынок Баку, 8-й километр называется. Здесь вот одежда, там еще вот внутри вот этого рынка есть. Ну, мы сюда приехали фруктово-овощной посмотреть, какие цены и вообще что есть. Сейчас пойдем туда. Так, мы пришли. Цены. Персики 1 манат, груши 1 манат, виноград 60 копеек, по 1 манату, есть по 80 копеек. Специи, нут 1,5, семечки 3 маната. Что такое? Что это все такое? Лимончики. Фасоль 3 маната. О, Андрюш, тебе ничего не надо здесь? Запчасти для чего-нибудь старинного. Ну, кассеты или что? Зелень. Помидорки, что-то здесь без цены. А вот, сколько там? Цены нет почему-то. Хотя это, по-моему, вообще единственный рынок в Баку, как я поняла, где есть цены. В остальных рынках вообще нет. Вот 50 копеек помидор. Всякие травки-муравки. Семечки 2,30. Рис, фасоль всех видов, гречка 2 маната килограмм. Я не знаю, дешевле это или нет, чем в магазине. Мы купили, конечно, сегодня гречку, вот по рублю. 1 манат 40 копеек из гречки. Вот, купили, по-моему, 800 грамм манат с чем-то в магазине, в супермаркете. Здесь получается дешевле немного. Вот такие персики. Мясо. Это что? Это инжир. А, это инжир? Он почем? Не знаю, но все равно почем. Здесь травы, целые мешки стоят, арбузы. Почему-то дальше я цены вообще не вижу, короче говоря. Там молочные продукты, сыры, видимо, тоже без цены. Без цен дальше пошло, да? Творог. Меня? Зачем? Я что-то по-английски ноу-ноу, по привычке. Почему? Нет. Тут козьи, наверное, да, все? Или нет? Коровы? Цены нету, я так не люблю. Ты же знаешь. В общем, здесь нужно ходить тем, кто умеет торговаться, потому что цен нет. Естественно, увидишь, что мы туристы, нам цену загнут раза в 3 как минимум. Вот. А с торговлей у нас как-то, честно говоря, туговато. Не умеем мы торговаться. Поэтому я люблю здесь цены. Здесь, кстати, вот в этом ряду цены есть, Андрюш. Вот в этом ряду цены есть, видишь? Вот 50 копеек помидорки, манат 30 копеек персики, шампиньоны 1 манат 50 копеек, по 2 маната есть.
3 килограмма, 1 манат. Баклажаны 3 килограмма, 1 манат. По 3 килограмма столько, да. Тут получается чеснок 5 килограмм, 1 манат, как я понимаю. Перцы 50 копеек. Что это такое? А? А это что такое? Но, а, No English, понятно. А я вообще-то говорила по-русски, а он мне говорит No English. Встретили человека, который не понимает по-русски, честно говоря, первый раз пока что за весь день. В основном здесь все говорят по-русски. Хоть некоторые плохо, но понимают более-менее. И мы их понимаем. Кукуруза 10 копеек, что ли? 3 штуки, 1 манат. Наверное, не знаю, не понимаю. Здесь без цен опять. Тут торгуха. Здесь вот с ценами. Баклажан. Смотри, какие баклажаны интересные. Почему сюда? А куда? А там дальше еще рынок, там, да? Дальше рынок еще. Обалдеть. Огромный. Здесь вот тоже без цен. Может их, конечно, к концу дня убирать. Сейчас сколько времени у нас, Андрюш? Время 18:30 по местному. Вот. Рынок, по-моему, до 8 вот этот работает. До 8 же, да, он работает, смотри. Я не знаю. О, ну, типа, наверное. Живика? Почем он? Пальцы уже почти отрезались, я же не чувствую. Сколько снимаешь? Нет, еще походка осталась. Пока снимаешь, думаю, закроется, ничего так не будет. Вон тапки. Цены. Справа. Сюда. Я не знаю, куда. Какая вот здесь дорога. Сочельник немного. Ну, как немного. Много. Что куда? Я не понял.